Вы когда-нибудь задумывались, сколько литров воды нужно, чтобы наполнить светом вашу комнату? Или что общего между стиральной машиной и адронным коллайдером? В конце концов, насколько успешным вы можете стать, сделав выбор в пользу технического образования? Добро пожаловать в мир Института энергетики. Здесь каждый студент знает, как максимально эффективно раскрыть свой потенциал, ведь этот принцип и лежит в основе энергетики. Энергетика не нуждается в рекламе, мы сталкиваемся с ней непосредственно, каждый день, все 24 часа. На любую человеческую деятельность затрачивается энергия, электрическая, тепловая, и совершенству процесса ее производства, транспортировки и распределения нет предела. Можно с легкостью найти свое место в этом механизме. И специальности нашего института помогут вам в этом. Институт энергетики включает в себя следующие выпускающие кафедры со специальностями. Промышленная теплоэнергетика. Теплоэнергетика – это отрасль, охватывающая выработку, передачу и использование теплоэнергии. Теплоэнергетик занимается изучением комплекса теоретических, технических и экономических вопросов, связанных с расчетом, конструированием, монтажом и эксплуатацией систем теплоснабжения. Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. Большое внимание при подготовке выпускников этих специальностей уделяется компьютерным информационным технологиям, вопросам автоматического управления, компьютерному моделированию электротехнических систем и нормативным документам, используемым в инженерной практике. Электроснабжение относится к области электроэнергетической техники, которая обеспечивает подачу электрической энергии промышленным предприятиям всех технологических направлений. Объектами профессиональной деятельности являются электрические станции и подстанции, линии электропередач и другие самые различные энергетические системы. Электрификация и автоматизация горного производства. Область профессиональной деятельности выпускников включает в себя инженерное обеспечение деятельности человека в недрах земли при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения. Важной чертой современного специалиста является умение творчески подходить к решению различных задач в любом направлении своей деятельности. Наряду с образованием есть возможность развивать свои личностные качества. А именно, студенческий совет – это десятки мероприятий различного масштаба, от институтских до городских. Это реализация себя в сфере лидерства, руководства и проектирования. Для работы в любой сфере деятельности нужен творческий и креативный подход. Студенческий клуб – это организация, которая призвана поддерживать все творческие начинания, нестандартное мышление и активную жизненную позицию. Студенческий клуб Института энергетики является одним из самых лучших студ-клубов КУСГТУ. В рядах профсоюза студентов и политической молодежной организации вы сможете решать весь комплекс социальных проблем и представлять интересы студенчества на всех уровнях власти, включая правительство Российской Федерации. Но не стоит забывать, что основная задача – это защита прав и интересов студентов в ВУЗе и за его пределами. Также, без отрыва от учебы, вы можете начать углубленное изучение любой дисциплины в рамках научной работы, для которой наш Институт энергетики предоставляет все условия и ресурсы. Исследовательские лаборатории, материальная поддержка, всероссийские и международные конференции. А для тех, кто красив не только душой, но и телом, или хочет быть красив, у нас есть все возможности для занятий различными видами спорта. Если ты живешь не в Кемерово, но уже решил, что Институт энергетики – это твой выбор, то тебе будет предоставлено место в общежитии КУСГТУ вместе с другими студентами нашего института. Наше общежитие – лучшее за Уралом. И это правда! Все самое необходимое находится прямо в твоей комнате, включая высокоскоростной безлимитный интернет. И все это за сущие копейки! Учебные лекционные лаборатории и аудитории, закрепленные за нашим институтом, имеют все техническое оборудование, которое сделает образовательный процесс наиболее эффективным и плодотворным. Любая идея сможет найти свое воплощение в стенах нашего института. Вам многое рассказали про достоинства самого института, но что же вас ждет после его окончания? Я считаю, самое главное – это то, что выпускники Института энергетики востребованы в таких мощных и стабильно развивающихся компаниях, как… Филиал МРЦК Сибири, кемеровский филиал Кузбассэнерго, угольными предприятиями Кузбасса, крупными промышленными предприятиями области,
В соответствии с договорами наши студенты проходят практику на реальных промышленных установках Кузбасса и всей России. А там, кто знает, сможете стать и генеральным директором. Все это мир наших студентов, которые готовятся стать самыми востребованными и квалифицированными специалистами в одной из самых перспективных сфер человеческой деятельности. Сделайте правильный выбор и вы, Институт энергетики, вектор развития нового поколения, поколения новых идей.